Heute 3D Yoga. Sitzen gerade, rücken gerade, Oberkörper gerade. Langsam atmen. Bauchatmung. Рипама, дышим в ребра. Плечи, лопатки остаются на месте. Окей. И делаем руки в замок и тянем руки наверх. Потянулись в правую сторону, вместе нах линкс, нах рехтс. Halbkreis. Großkreis. Andere Richtung. Und Hände zum Brustkorb und dreimal Mantra singen. Nein. Короткое простирание. Поднимаемся наверх и садимся в русалку. Rechte Bein, rechte Wade gerade. Окей, сидим. И начинаем колено к низу, брусткорб und zurück. Колено к груди. От себя к себе. Хорошо растягиваем бедро. Аккуратно. Бедро потянули к себе и ногу от себя. Себе. Себя. Хорошо. Руки по сторонам. И начинаем уходить левой рукой линки zum Boden. И тянем правую руку в сторону. И представляем, как наша подмышка раскрывается. Растягиваемся в подмышке. Тянутся мышцы живота. И в динамике. В одну сторону nach links, nach rechts. Ein. Aus. Ein. Хорошо вытягиваем живот и мышцы спины. В одну и в другую сторону. Nach links, nach rechts. И ушли в сложенной ноге. Право, nach rechts. Поп. Вверх-вниз. К пупку от себя. Только коп. Ну, коп. Он фронта. Вверх и вниз. Вверх-вниз. Вверх и вниз. Рука за голову. Левая рука за голову. И начинаем локоть вовнутрь и наружу. Раскрываем грудную клетку из груди фонарик. Вовнутрь
И наружу. Хорошая ротация в грудной клетке. Вовнутрь. Наружу. Вовнутрь. Наружу. И продолжаем дальше. Хорошо работают зубчатые мышцы, глубокие мышцы кора. И активируем весь позвоночник. Вовнутрь и наружу. Вышли в нейтраль и выходим в нейтральную позицию. Руки по сторонам. И делаем закрутом. То есть мы закрутились, поднимаем таз наверх и закручиваемся в другую сторону. Растягиваем левый бок. Чувствуем, как от паховой области до пальцев левой руки мышцы растягиваются. Закрутились. Оп, поднимаем наверх. Ягодицы при этом расслаблены. Наверх. И еще. Наверх. Хорошо. Закончили. Обе ноги ставим на стопы и колено идет вовнутрь. Колено идет вовнутрь. Вовнутрь, вовнутрь. И с паузы положили правую колено вовнутрь, немного подержали в этом положении в статике. И левое колено вовнутрь. Немного были в этом положении, то есть положили. Ага. Можно чуть-чуть микрофон потише, данке. Правое колено. Угу. Растянули. И другое колено. Другая нога стоит на стопе. Правая нога стоит на стопе, да. Коленка смотрит вверх. Окей. Отлично. Расслабились. И русалка закреп на другую сторону. Теперь левая нога, линки бай. Руки по сторонам. Вытянулись по указательному пальцу мизинцу. Хорошо, сели плотно и начинаем работать коленом. Низ брускорб, он цюрюк. К себе от себя. Тянем бедро. Тянем ягодицы. Хорошо, ногу оставляем на полу. Проверили свой закреп, что все у нас ровно. Вытянулись руками в сторону и начинаем уходить максимально далеко. В левую сторону потянулись правой рукой и в другую сторону максимально далеко. Растягиваем бока. Ein. Aus. Ein. Aus. Всегда вытягиваемся наверх, то есть ребра не зажимаем, корпус всегда стремится наверх. Растяжение в ребрах. И если хорошо качественно делать, то можно почувствовать вот эту связку, которая идет от седалищной кости, вот там внутри глубоко, и идет к нашей спине тут внутри, со стороны позвоночника. Вам обязательно покажу эту связку. В одну и в другую сторону. Хорошо, рука за голову. И у нас локти вместе. И развели в сторону. Из груди фонарик. Раскручиваем свою грудную клетку максимально хорошо. Хорошо.
Хорошая ротация. Раскрутились. Вот 12-го ребра закрутились вовнутрь. За рукой со взглядом потянулись наверх. Открылись от первого ребра. Закрутились. Хорошо. Обе руки на полу, голова. Вверх и вниз. Коп. Обен. Вытягиваемся. Здесь у нас вытяжение идет от большого пальца ноги до нашей макушки. Хорошо, возвращаемся и ставим ноги опять также на стопы. И теперь у нас колено идет в сторону. Колено в сторону. Вторая нога стоит на стопе. То есть работает только одна нога. Открыли, закрыли. Офен, шлис. Закрыли, открыли, закрыли, открыли. И теперь делаем полный круг. То есть мы вовнутрь поставили и в сторону. Вовнутрь поставили в сторону. Другая вовнутрь. Поставили в сторону. Внутрь, центр, в сторону. Внутрь, центр, в сторону. Внутрь, хороший. У нас растяжка ягодичных малых, средних мышц. Мышц промежности. Все тянем. Хорошо. И ложимся. Давайте с вами ляжем на левый бок. Ноги вместе, к ней сузамен. Мы устраиваем по одной линии таз, локоть, голова. Ушком подслушиваем соседей. Шея вытянута. Ушком подслушиваем соседей. Рука лежит на мизинце. Другая рука наверх. И только грудная клетка. Брус. Коврику. Наверх. Как будто мы хотим прилепить коврик наверх, только грудная клетка работает. Ухом подслушиваем соседей. Ухом подслушиваем соседей. Тянем ушко. Хорошо. Рука у нас уходит за голову. Фузоли цезамен. Нет. И мы таз вниз и наверх. Таз вниз, наверх. Давайте, давайте. У всех есть мышцы, поэтому найдите их. И еще. Хорошо. Расслабились. Ложимся на спину. Поднимаем сначала левую, затем правую ногу наверх. Колени согнуты. Колени согнуты под углом 90 градусов. И начинаем опускать только стопу вниз, правую и левую стопу. Под коленом виноградина. Стараемся ногу сильно не сгибать. Под коленом виноградина у нас. Здесь мы включаем правильно мышцы пресса. Вот часто он у всех неправильно включен, но сейчас мы его включаем правильно. Стопа вниз. Хорошо. И подтягиваем левую ногу к себе. Линки к ней цумбруску. Да, тянем. Тянем левое колено. Правая стопа на полу. Хорошо. Выпрямляем стопу. Стопа смотрит наверх. И тянем коленку, согнутую в подмышку. Тянем коленку в подмышку. Хорошо. Положили ногу, как будто бы мы сидим. То есть положили колено себе на другое колено и нырнули руками вовнутрь и подтягиваем себя за бедро. Сейчас развернусь, покажу. Здесь у нас левая нога легла на правую, и мы подтягиваем себе наши ноги, растягиваем бедра. Дышим.
каждым выдохом мы все ближе и ближе подтягиваем ногу к себе. Продолжаем тянуть. Хорошо, расслабились. И опять активируем пресс. Опускаем правую и левую стопу в пол, как будто бы там горячая вода или горячий песок. Мы чуть-чуть касаемся, но нога у нас отскакивает. Мы с вами сейчас включили мышцы от большого пальца, отводящие мышцы и глубокую цепь фасций, мускулатура. И правильно запускаем работу мышц кора, мышц живота, мышц спины. Основа нашей жизни – это движение, это правильный шаг, поэтому мы выполняем с вами упражнение на правильный шаг, чтобы потом в повседневной жизни наш шаг был максимально правильный, приносил пользу, а не вред, чтобы не уставали при ходьбе или при сидении. Подтягиваем правую коленку к груди. Rechte Knie zum Brustkorb. Подтягиваем. И разворачиваем, стопа смотрит в потолок. И тянем стопу под мышку. Коленка в подмышку тянется. Хорошо, положили правое колено на левое колено и тянем себя. Просто дышим, расслабляемся. Здесь хорошо продышать, расслабить ягодичные мышцы, которые у нас очень часто зажаты. И большинство проблем, связанных с тазовым дном, с поясницей, у нас от зажатых ягодиц. Поэтому расслабляем ягодицы. Выдох. Расслабились, переворачиваемся на бок, колени вместе. Отстраиваем себя. Рука лежит у нас на мизинце, да, в другую сторону. Одна линия. На одной линии у нас таз, плечо, голова. Ухом подслушиваем соседей. Угу. Руку поднимаем наверх, и только грудная клетка. Вверх, вниз. Только грудная клетка. Ну, брускорб. Наверх и вниз. Вверх, вниз. Ухом подслушиваем соседей. Вытягиваем шею. Ставим свою шею на место. Хорошо, рука за голову. Стопы вместе. Подвигаем стопы немного к тазу. И поднимаем таз и начинаем вверх, вниз. Вверх, вниз. К стопам. Мы возвращаемся к локтю. К стопам, к локтю. К стопам, к локтю. Оп. И закончили. Хорошо. Переходим в положение кошка. Я развернусь лицом. Встану сюда. То есть мы встаем в положение кошка, но руки разводим максимально широко. И начинаем отпускать одно плечо вниз, то есть rechte Schulter zum Boden. И затем левое плечо медленно. Одно и другое.
Поясницы не провисаем. И растягиваем передние грудные мышцы. Голени давят в пол. Нашли свои голени, надавили ими в пол. Давай, можешь. И еще. Делаем руки красивыми. Отлично. Нормальная кошка. Встаем в обычную кошку. И левая рука у нас уходит за голову. Угу. Опять то же самое, что мы делали в русалке. Локти вместе и разводим в сторону. Голени давят в пол. Корпус не болтается. Стопы лежат на полу. Вовнутрь и наружу. Вовнутрь. Наружу. Вовнутрь. Раскрутились. Закрутились. Раскрутились. И еще два раза. Хорошо. Руки остаются у нас в обычной кошке, и мы уводим таз назад, растягиваемся в подмышках, тянемся в подмышках и вперед. Ушли назад, прям максимально растянулись в подмышках и вперед. Локти у нас ориентация по коленам. То есть вытянулись, поставили локти на пол. И прокатились, ушли вперед. Растянулись, локти на пол и вперед. Растянулись, локти на пол. Вперед. Чтобы потом стойки на руках делать. Нам нужны крепкие, здоровые руки. Отлично. И теперь левая рука перед лицом, правая рука за голову. Правая рука у нас уходит за голову, и мы начинаем локти вместе и разводим по сторонам. Эльбоген zusammen und rechts Ellbogen geht nach oben. Zusammen. Вместе. И в сторону. И еще раз вместе. Три раза. Один. Два. Три. Угу. И опять руки по сторонам. Руки в стороны. И опять правый локоть, левый локоть вовнутрь. То есть еще мы еще пошире развели. И еще дальше. Не локоть, а плечо. Правое плечо. Левое. Правая, левая, правая, левая, правая, левая. Оп, оп. И закончили. Садимся, ноги перед собой. Руки отставляем назад, пальцы смотрят вперед. Пальцы рук смотрят вперед. Ну, где-то в районе, наверное, таза. Где-то, где наш таз. Угу. И мы таз поднимаем наверх и опускаем вниз. Садимся. Наверх. И вниз. И наверх. И вниз. Наверх. И вниз. И еще наверх. Вниз. Наверх и вниз. Таз опускаем вниз и раскладываем корпус по коврику. Пододвигаем коврик к себе. Back and or. Коврик к себе и от себя. Просто коврик к себе и от себя.
6-12 ур. Угу. Прям ногами толкаем коврик к себе и отталкиваем коврик от себя. Нам нужно включить мышцы шеи в эту работу, поэтому здесь хорошее отталкивание должно быть. У нас тут коврики классные, поэтому у вас прям должна импровизационно сама голова. То есть подбородок груди от себя. 6-12 часов. Зекс, цвёльф. Зекс, цвёльф. Зекс, цвёльф. Зекс, цвёльф. Зекс, цвёльф. Обе руки поднимаем наверх. Таз поднимаем наверх. И начинаем. 3-9. Драй, ноин. Тазом. 3-9. Руки мы поднимаем наверх, чтобы опора была не на шею, а на плечи. На плечи, лопатки. Ягодицы при этом расслаблены. Большие пальцы ног давят в пол. Движение только за счет корпуса. Ягодицы расслаблены. Драй, ноин. Драй, ноин. Драй, ноин. Драй, ноин. Еще. Драй, ноин. Драй, ноин. Опускаем таз вниз. Руки у нас на полу. Держимся либо за коврик, либо просто руки на полу. И поднимаем от крестца таз наверх до грудного отдела. И опускаем таз вниз. От шеи мягко идем в сторону крестца. Надавили большими пальцами в пол. Поднимаем таз. Нижнюю часть спины, ребра и уходим назад. Риппен, Унтеррюкен, Кройц. Und nochmal. Надавили большими пальцами в пол и таз наверх. Хорошо, остаемся наверху, поднимаем левую ногу наверх. И у нас с поднятой ногой таз вниз, наверх, нога в сторону. Нога наверх, таз вниз. Наверху как будто мы хотим нажать кнопку и уводим ногу в сторону. Наверх нажали кнопку и вниз. Наверх, в сторону, наверх, вниз. Наверх, в сторону, наверх, вниз. Наверх, в сторону, наверх, вниз. Таз выше держим всегда. Высоко подняли таз. Хоп. Максимально. Хорошо. Поставили свою левую ногу. Правая нога наверх и вниз. Таз вниз. Наверх и вниз. Наверх. В сторону. Наверх. Вниз. С поднятой ногой. Наверх. В сторону. Наверх. Вниз. Наверх. В сторону. Наверх. Вниз, наверх, в сторону, наверх, вниз. Еще последний раз наверх, в сторону, наверх и вниз. Хорошо, расслабляем таз. Делаем 6-12 часов. Sechs und zwölf. Drei, neun. Круг. Zwölf, drei, sechs, neun. Только тазом. Большие пальцы давят в пол, чтобы лишних мышц не включать. Включайте паттерн движения от больших пальцев. И в другую сторону. Цвёльф, нойн, зекс, драй. Цвёльф, нойн, зекс, драй. Хорошо. Поднимаем руки наверх. Хлопки лопатками. Рехте байна хоба, линке байна хоба. Обе руки, обе ноги подняты, протрясаем. Лимфодренажное прокачивание. Трясем, 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 трясем. Сильно, сильно, сильно. И хорошо. Еще, еще, еще. Выдох. Расслабились. Руки, ноги по сторонам. И делаем глубокий вдох и выдох.
И вдох, выдох. И правой рукой скользим по левой руке. Немного поворачиваем корпус в одну сторону. Мягкая ротация в позвонке. И в другую сторону потянулись прямо по руке, как будто бы проглаживаем. Угу. И перекатились на бок полностью. Отталкиваемся рукой и встаем. Садимся. Хорошо. Проглаживаем свою ауру, руки груди в намасте и поем троекратно мантру. Вдох. А-а-а.